Конгресс США может объявить импичмент Трампу. В Конгрессе США пригрозили президенту импичментом за слова о мигрантах. Член Палаты представителей Конгресса США Эл Грин пообещал на следующей неделе поднять вопрос об импичменте президента Дональда Трампа после его высказывания о мигрантах. Осуждения Конгрессом российской риторики недостаточно. Разговоры в Конгрессе ничего не значат, вес имеет лишь наше голосование. На следующей неделе я поставлю на голосование резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа, написал он в Твиттер. Трамп пояснил свои слова о грязных дырах. Напомним, Трамп во время совещания в Белом доме назвал Гаити и африканские страны, откуда в США прибывают мигранты, вонючими дырами, щитол. По материалам сайта newsgro.com.